достоинствам детектора Google Draw относится векторный характер его рисунков и возможность сохранения этих рисунков в векторном виде. Мы можем сохранить на диск в формате SVG. SVG, который воспринимается всеми другими векторными редакторами, в частности, редактором Аниматрон. Создадим новый проект в Аниматроне и загрузим рисунок, который мы сохранили. Здесь отдельной строкой выделено SVG 2. Открыть. Наш новый рисунок загружается. И здесь мы его можем редактировать, переходя к линиям Bezier, используя разные способы заливки.